Самой интересной премьерой Mitsubishi на мотор-шоу в Лос-Анджелесе стала вот эта модель А 1917 года выпуска. Это первый автомобиль марки, который, правда, построен на современной платформе. Это реплика. В ее основе лежит гибридный кроссовер Outlander. А это значит, что в движение машину приводит бензиновый 2-литровый мотор, который работает в паре с электрическими двигателями. Схема стандартная для Mitsu и уже достаточно известная, запрактиковавшая себя хорошо. Отметим, что самый первый Mitsu, вот этот изначальный, был построен на платформе Fiat. Имел двигатель мощностью 35 аж лошадиных сил. И проект оказался полностью провальным. Всего было сделано 22 таких автомобиля. До наших дней не дожил ни один. И японцы постоянно, ну не постоянно, а уже второй раз пытаются восстановить свою вот эту историю. Кстати, после того, как Mitsu провалились с этой легковой машиной, они решили сосредоточиться на грузовиках. И добились в этом достаточно большого успеха, начав выпускать грузовики под маркой Fusa. А к легковым машинам они вернулись только в середине 50-х. Вот такая машинка.